31 января в Ульяновске и области прошли мероприятия в честь 124-летия со дня рождения Аркадия Пластова, нашего земляка, выдающегося народного художника СССР. По традиции день начался с митинга около памятника художнику на бульваре Пластова. Мероприятие завершилось возложением цветов. Торжественная часть была продолжена в музее Аркадия Александровича Пластова. Разрешите еще раз всех поздравить со 124-м днем рождения Аркадия Александровича Пластова. Вот мы говорили сейчас у памятника на возложении, думаю, утром в Преслонихе. Об этом говорили, что, конечно, Пластов выдающийся, нереальный художник советского времени. И сегодня традиции реализма, они воплощаются в творчестве многих ульяновских художников. Гостям был показан детский музыкально-поэтический утренник, живые картины Пластова в стихах Татьяны Эйхман и музыки русских и зарубежных композиторов. Главным событием стало торжественное открытие сразу двух выставок. Прежде всего состоялось открытие выставки народного художника РСФСР Виктора Сафронова. Экспозиция была приурочена еще и к юбилею художника. На днях Виктор Алексеевич отметил свое 85-летие. Когда мы вот эту выставку развернули, посмотрели, действительно, каждый, вот я вас уверяю, каждый маленький пейзаж – это настоящая, большая, законченная по мысли, по эмоции картина. Это настоящее подлинное высказывание художественное. А в другом зале музея заработала выставка «Веретено истории. История оренбургского пуховязального промысла». Это совместный с Оренбургским областным музеем изобразительных искусств проект. В экспозиции представлены ажурные платки, палантины, пуховые шали и приспособления для оригинального типа вязания оренбургского чуда. Для детей прошел мастер-класс «Оренбургский платок», где они на кусочках ткани попытались повторить узоры оренбургских платков. Выставки будут работать до начала марта. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».